Друзья, привет! Вы на моем канале Маргарита. Не забываем про опцию «Супер спасибо» и заказываем треки на любимых исполнителей. Друзья, слушаем трек. Ребят, ну классный голос. Очень классно. Классная такая манера исполнения. Красиво. И какой-то хрипотца в голосе есть. И такая вкусняшка в голосе. И эффектики, ребят. И звучит шикарно, ребят. Необычно, мурашки, необычное звучание. И музыка такая. Красивая такая. Нежная, такая нежная. Нежная музыка, ребят. Ну молодец. Классное начало. Классно. Очень классное начало. Часть текста на английском, да? Тоже да, классно, интересно. Какой молодец. Угу. А какое звучание классное, да? Так вкусно исполняет. Какое-то свое, вот своя, да, фишка, вот, своя манера. Да, классно. Вот у него именно своя такая фишка. Что-то необычное, да, новенькое. Ни с кем не спутаешь. Угу. Молодец, шикарно звучит голос. Вот, ну, даже вот, ну, очень красиво. Мне очень нравится. Так стильно, современно, так вкусно, умничка. Но веном я полностью честь не прикасался к схемам. Мой дизайнер, признание, from me to hurt. Мой дизайнер, признание, from me to hurt. Позвейся ко мне на шею, на мне сок моей кожи. Скалпил я болею, я и выбор там ущерь. Детка, говори, морщишься главы, я в атмосфере. Детка, говори, не морщишься главы. Очень классная, нежная музыка, да? Такая она нежная музыка. И такой, но действительно красивый. Атмосферная, да? Да, атмосферная, да, такая. И голос такой классный. И как он стильно поет, да? Именно стильное произношение. Классно, и классно. И так, и знаешь, и в голосе такое, и голос меняет, вкусняшка в голосе, да? Ну и свой голос хорошо слышно, да, свой голос, да, классный. Очень классно сделан трек, стильно, современно, талантливо, да? Видно, что человек чувствует музыку, да? Чувствует произношение, и всю эту нежность и в голосе, и в музыке. Оно так красиво звучит. Звучит в целом вообще. Молодец, очень классно, молодец, да, круто. Очень современно, вот именно, необычно. Не как у приятный всех. Приятный трек. Ни с кем, да, не спутаешь. Да. Вот свой ни стиль, с кем. Свой вот стиль. Включить, да, например, трек это просто на улице, и будешь знать, кто это, какой трек, кто поет. Молодец. Вот он талантливый, да. Да, молодец, не останавливайся. Пиши дальше. У тебя классная, стильная, модное, необычное направление, необычное произношение текста, произношение песни. Музыка такая, вот красиво все звучит. Умница, мне все понравилось. Пожалуйста, приятный пиши. Приятный трек, да. Да, очень приятный. Просто, знаешь, приятно слушать. Пиши, ждем новых треков. С удовольствием тебя слушали, танцевали и наслаждались твоим голосом, твоей манерой исполнения. Желаю тебе успехов, чтобы текст писался быстро, чтобы музыка классная получалась, чтобы все твои желания исполнялись музыкальной
индустрии. Да, музыкальной творчестве, индустрии. В творчестве. Да, в творчестве. Успехов тебе. Спасибо за классный трек. Ждем новых треков. Пока, друзья.